Всем привет! Сегодня будет обзор из магазина «Светофор», город Новосибирск. За 900 рублей нашла огромное количество пледов, и смотрите, как все хорошо разложено. Они очень приятны на ощупь, как плюшевые, но это 100% полиэстер. Особенно розовенький мне понравился. Также в наличии комплект махровых полотенец 729 рублей. Хорошие здесь расцветки. Это 100% хлопок. И полотенце идет с бордюром. Такая вот окантовочка. 30 на 60, 50 на 80 и 70 на 130 сантиметров. Здесь три полотенчика. Нежная такая пыльная роза есть. Бежевые. За 319 рублей просто полотенце. Яркая какая расцветка. Фуксия. Есть также и поспокойнее, и бежевые. Также за 151 рубль 50 на 60 сантиметров. И тут здесь тоже буйство красок, фиолетовое, фуксия. Такие вот тоненькие, всего лишь 81 рубль, 30 на 60 сантиметров. Думаю, для лица, для рук будет отлично. Тут у нас еще полотенчики, более толстенькие, 82 рубля. Хорошая цена такая, мне понравились, на ощупь тоже приятные. Так, что еще интересное в наличии? Пледы флисовые, 150 на 200 сантиметров, стоят 360 рублей. Хороший выбор расцветок здесь, мне понравились, 100% здесь полиэстер, но на ощупь приятные. Также есть и клеточка. Многие спрашивали, есть ли в клетку пледы. Да, вполне много их, на подарок часто берут. Пряжа для вязания 211 рублей, в составе 70% шерсти. И здесь прям огромное количество их завезли, на ощупь такие плотненькие. Вот такие вот яркие желтые расцветки есть. Кто любит потемнее, есть, конечно же, и черный. Очень хороший выбор. Завезли за 205 рублей колготки леггинсы женские. Здесь 360 ден. И они идут с микрофиброй и начесом. Есть и большие размеры. Можете нажать на стоп и прочесть более детально, какой вам нужен размер. Но я смотрю, очень много больших размеров, так что это радует, так как часто мало мерят. Колготки 93 рубля, здесь уже 40 ден, есть светлые и черные. 163 рубля носки теплые, это наборчик из трех штук, и здесь забавные кошечки. В составе здесь 30% шерсти и 20 ангоры. Мне кажется, вполне такие тепленькие, и наборчик выходит вполне доступный по цене, примерно 50 рублей. Есть еще теплые за 163 рубля, только мужские. Более такие вот мужественные цвета, темные. Но мне кажется, иногда хочется не только буйство красок, но вот такие вот более носибельные. Что еще интересное есть? В данном светофоре немного приберемся. Так и здесь так хорошо все прибрано. Носки за 130 рублей. Это носки-следики мужские. Очень такие тоненькие, хлопковые. Есть белые и черненькие. 91 рубль. Это у нас носки спортивные. Тут у нас состоит наборчик из двух штук. Белые и потемнее. Размер от 38 до 44. На ощупь приятные. Есть и просто черные. 92 рубля. Здесь три пары. Мне кажется, цена вообще копеечная. Визуально кажется симпатичными, качественными. Если вы брали, пишите. За 125 рублей огромные такие теплые шерстяные носки. У кого отопление дали, у кого не дали, пишите, пожалуйста, в комментариях. У нас в квартире очень жарко, как в Африке. И, кстати, там 95% шерсти в этих носочках. Есть и яркие, с такими птичками. Недавно у меня появилась очень классная и доступная по цене зубная щетка. Сейчас все покажу. Она имеет очень компактный размер и легкий вес. И также она очень тихая. Уровень шума 55 дБ. Есть также настенное крепление в комплекте. Очень удобно. Также у этой зубной щетки уровень водонепроницаемости и также есть устойчивость к коррозии. В комплект входит еще удобный чехольчик. Можно брать с собой в путешествие. И она также идеально подходит для детей и взрослых. В комплект, конечно же, входит еще зарядное устройство. И вот она сама зубная щетка. Сейчас вставим насадочку и посмотрите, как она выглядит. Очень стильно. Также данная зубная щетка удаляет зубной налет в 5 раз лучше.
Еще здесь большой плюс – управление одной кнопкой. Очень понятно и удобно. Есть также функция памяти. Есть здесь еще цветной индикатор. Синий – это стандартный режим, зеленый – деликатный режим и красный – напоминание о необходимости зарядки. В следующем кадре я вам продемонстрирую это. Еще большой плюс – зарядный порт Type-C. 2 часа зарядки и 40 дней автономной работы. А еще здесь высокая частота колебаний – 300 тысяч колебаний в минуту. Зубная щетка очень выглядит премиально. Плавные линии с металлической отделкой. Скоро будут новогодние праздники, будет актуально. Если вы тоже захотели заказать данную зубную щетку, ссылочку я оставлю в описании под видео. А теперь давайте отправимся в маяк. Что здесь такого интересного? Очень много, огромного количества белья постельного. Полутораспальное. Это у нас сатин. Яркие, большие такие розы. По стоимости показываю вам выше. 1169 рублей. Также есть и вот такие вот детские полутораспальные. Мультика этого, к сожалению, не знаю. Мне кажется, это что-то зарубежное. Если вы знаете, напишите, будет интересно узнать название. Более такое темное постельное белье. Есть и светлое. Если честно, я люблю только светлое постельное белье или что-то среднее, но не темное. А вы какое предпочитаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно всем, мне кажется, почитать, у кого какие предпочтения. Есть еще вот такое вот розовенькое. Я бы сказала, это более нейтральные расцветки. Серенькое. Что здесь еще интересно? Огромное количество розовых, если честно, вижу. 1309 рублей. Тут у нас звездочки опять. Ну, такой вот выбор. Все это сатин, насколько я поняла. И также есть 1169 рублей. Возможно, я какие-то ценники неправильно сказала. Тут очень запутано. Коврик универсальный 324 рубля. Я такое приобрела по вашим отзывам. И я очень осталась довольна. Я его использую для обуви. И вся грязь хорошо собирается. Не распространяется по всей квартире. Я очень довольна. Спасибо вам всем. Набор мисок с крышкой 379 рублей. Вот такие вот цветочки. Но надо учесть то, что только верхняя крышка такая вот красивая, а внутри уже обычный прозрачный пластик. И вот такая вот небольшая замануха. Наличие огромное количество различных чайничков. Это у нас за 914 рублей чайник. Светлые тона здесь. Серый он. Сверху здесь пластик и нержавеющая сталь. Тут у нас и черненький есть. По стоимости он побюджетнее 516 рублей. Что здесь еще интересное? Отпариватель 2274 рубля. Это фирма у нас Карлетт. Хоть и китайская, но довольно-таки знаменитая. За 135 рублей тут у нас различные сахарницы. Они идут с крышкой. Это у нас бренд Паша Бахче. Смотрится очень красиво. Потихоньку смотрю, разбирает. 876 рублей сковорода. Она тяжеленькая, но в меру. Здесь такое вот хорошее, мне кажется, вполне покрытие. Диаметр 26 сантиметров. Что еще интересненькое? Давайте пройдемся. Это у нас опять любимый кухонный отдел. 139 рублей кружки. Здесь 360 мл керамика. Есть зеленые и голубенькие. Давайте пройдемся еще. Что интересное, 405 рублей, это у нас наборчик и довольно-таки тяжелый, сделан из нержавеющей стали. Так, у нас еще, конечно же, как без наборчика для запекания, формочек, 286 рублей люминар. По красному ценнику 159 рублей, такие вот стаканчики, 3 штучки, очень хорошая цена. Есть ваза в наличии 205 рублей, высота 19 сантиметров. И также очень мне полюбились вот такие вот мисочки, 144 рубля. Сделаны они из керамики. Такая вот глазурь, блестят, сияют, смотрится очень красиво. В наличии также есть и кастрюльки, 157 рублей, 3 литра, удобные по бокам ручки. Мне очень нравятся данные кастрюльки, очень хорошие в данном маяке. Мне кажется, ассортимент. Также заметила еще новиночку. Массажер 192 рубля. Сделан в виде варежки. Такая вот забавная вещь.
Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Всем пока!